Есть много случаев, когда в игумены, игумени ставятся личности, которые совсем не имеют монашеской жизни и не имеют опыта монашеского жития. Это отображается на внутренней жизни, на воссозданной обители. Но мы говорим о том, что есть правящий архиерей. Есть желание открыть обитель. Вот просто пример конкретно расскажу. Одна из епархий, архиерей, обращается к патриарху. Просьба открыть монастырь, утвердить игуменью. Вот мы посылаем комиссию коллегии синодального отдела. Ну, в монастыре, в общем-то, ничего нет. Игумене 28 лет. Она в марте пострижена, а в июне ее, просит архиерей игумени назначить. А в марте она пострижена. Но мы принимаем такое решение. Направляем ее в Дивеево. Она месяц живет. Они положительные отзывы нашей игумени. Положительные отзывы. Она еще год, два, три побудет старшей сестрой. Но если монастырь мы не откроем, то значит то имущество, которое монастырю принадлежит, уйдет частным людям. Поэтому приняли решение монастырь открывать, ее делать старшей сестрой, ну и пусть жизнь идет своим ходом. Но из практики тоже возникают вопросы. Архиерей хочет открыть монастырь. Монастырь древний. Там только, ну один, он и игумен, он и монах. Если мы не дадим благословение открыть, если вернее, мы не подготовим документ вот такого положительного, и скажем патриарху, нельзя, ваше сеятельство, считаем, что нецелесообразно. Ну, значит, этот монастырь не будет никаких иметь шансов на дальнейшее восстановление. Нам каждому Господь дает шанс. И мы тоже должны этот шанс давать. Поэтому я считаю, что жизнь, она выстроится, выровняется. Мы живем в уникальное время. Ведь на конференции вот владыка Илларион как раз говорил о том, что общеизвестные факты, то, что до 88 года не было на территории России ни одного женского монастыря. И все лишь навсего несколько мужских. Сегодня больше 800 монастырей. Да, многие из них не готовы. Но можем ли мы поставить предел и сказать, нет, мы не готовы, нельзя. Наверное, все-таки это неправильно. Дать возможность, а потом смотреть. Поэтому так вот если сурово подходить, а кто из нас готов? И какой монастырь сегодня старый соответствует всем требованиям, которые сегодня отец Дионисий читал? Кто может сказать? Вряд ли. Вот. Перевод монахов из одной обители в другую без согласия недопустим. Но опять же, а в чине пострига? Пребудешь ли в обители сей? Или там, где те святого послушания повелено будет? Ну, помните, первый монастырь, который открылся в 83-84 годах, Даниловский монастырь. Откуда братья брали? Братья брали из Лавры. Хотел кто-то, не хотел. Поэтому давай все-таки исходить из того, что есть, а не из того, что могло бы быть. Владыка Сергеевич, простите, вот отец Антип хочет сделать предложение по поводу крещения и венчания в монастырских крестных храмах. Не απαγορεύεται αυστηρός η τέλεση του γάμου, ούτε στα μετόχια, ούτε στα εξαρτήματα, ούτε έξω από την πόρτα του μοναστηριού. Κατ' οικονομία, σε μοναστήρια που είναι και προσκυνήματα γίνονται βαπτίσεις. Και μάλιστα όχι στον κεντρικό ναό, συνήθως σε ένα παρεκκλήσιο, αν είναι προσκύνημα το μοναστήρι. Και στα πιο πολλά μοναστήρια ούτε το μυστήριο του βαπτίσματος γίνεται. Διότι είναι μεν μυστήρια, αλλά έχουν και μια κοινωνική προέκταση αυτά τα πράγματα. Έρχονται με όχι ευπρεπή ενδυμασία και οι μοναχοί δεν μπορούν να βλέπουν αυτά τα πράγματα τα οποία τους θυμίζουν τον κόσμο. У нас следующая практика таинство венчания, таинство крещения не совершается ни в монастырях, ни на подворьях монастырей, ни в храмах, которые приписаны юридически к тому или иному монастырю. Единственное исключение может составлять какой-то исторический храм, в принципе называется храм Пурсинима, то есть храм, который имеет некое историческое значение, находится как памятник архитектуры и культуры, подохранное государство. И люди показывают совершение тех в этом храме в силу его исторической значимости. В этом случае и то по экономии таинство в таком храме может совершать насельник монастыря, но в самом монастыре, поскольку, как правило, это, конечно, таинство, и священнослужитель может их совершать,
Но в силу того, что люди приходят не всегда должным образом одетые и, так сказать, подготовленные должным поведением, все это рождает соблазн как среди братьев, так и соблазн среди людей, что вот монах в этом участвует, на все это смотрит, и старцы такое не благословляют. Спасибо, приняли к сведению. Речь идет о том, что Духовный собор рассматривает вопрос о представлении послушников к постригу в иночестве. Есть предложение заметить фразу, что игуменья или игумен представляет архиерею о постриге в иночестве или мантию, и этот вопрос может быть предварительно рассмотрен в Духовном соборе, если на него вынесет этот вопрос игумен. Ну какие будут соображения по этому вопросу? Пожалуйста. Στα δικά μας μοναστήρια, ο ηγούμενος έχει την πλήρη κυριότητα μόνο στους δοκίμους. Για να γίνει ένας δόκιμος ρασοευχή, εισηγείται ο ηγούμενος στη σύναξη των προϊσταμένων και αφού λάβει την έγκριση της γεροντικής συνάξεως, τότε προβαίνει στην κουρά της ρασοευχής. Το ίδιο συμβαίνει και για το μέγα σχήμα. Ο ηγούμενος δεν μπορεί να, ούτε να κάνει μοναχό χωρίς τη σύναξη, ούτε να διώξει μοναχό από μόνος του. Δόκιμο να προσλάβει και να εκδιώξει, ναι, αλλά μοναχόν όχι. Σε εμάς, σε εμάς μοναχός θεωρείται και αυτός που έχει ρασοευχή. Но мы монахами считаем и тех, кто облачен в рясу, и рисопорт. То есть все уже сказано, относится к рисопорту. Благодарим, владыка. Мы, исходя из тех проблем, которые у нас были, пришли к тому же. Потому что без духовного собора, вот я просто не решусь. Я не знаю, я могу не знать всего. А кто-то нас скажет, он благословение не берет. Он гордый, у него там еще что-то. Я считаю, что выслушать все-таки братью, сестер, вреда никакого не будет от этого. Никакого вреда не будет. Выслушать или принять последнее слово заявление? Последнее заявление. Ну, вы слышали о том, что сказали? Конечно, за игумена. Духовный собор при игумене. Но если, вот просто я скажу практику Троицы Сергиевой Лавры. У нас никогда не бывает голосования. Если хотя бы один против, мы откладываем решение, что-то в этом есть. Надо присмотреться. Ну, сколько вот уже лет. И всегда что-то действительно, какие-то вот хвосты вылезают. Вот все ровно-ровно, вдруг кто-то еще на Духовном соборе что-то говорит. У нас никогда не бывает голосования, это наша практика. Раз кто-то против, подождем, мы никуда не спешим. Не надо никуда спешить. Тем более мы знаем, сколько, ну не то что много, но есть вот такие и скороспелые или скоропалительные решения постриги. Зачем спешить? Поэтому, если кто-то из членов Духовного собора имеет свое мнение, я считаю, что надо прислушаться. Игумен не должна оставить. Я хочу, я буду. Но это уже так. Я согласен. Послушника, который пришел, можно принять и можно отправить из монастыря. А когда уже речь идет о постриге, и у нас то же самое, именно при постриге, перед постригом выночества, мы берем у патриарха благословение или у правящего архиерея. И тогда он уже приукаживается, что называется, к монастырю. Поэтому я считаю, что все-таки Духовный собор, видите, как дорого, на Кипрской церкви, та же традиция. И мы не учились, а пришли к тому же. А относительно формы одежды не внутри монастыря, не внутри кельи, где можно позволить себе какие-то слабости по здоровью, по состоянию, а выезд в город, в светские какие-то мероприятия, пункты общественного питания. Некоторые, к сожалению, бывает, снимают рясу, снимают клобук, одевают цивильный костюмчик и где-то
бывают, общаются с разными знакомыми и на разных деловых каких-то встречах. Вот. Мне кажется, что это вредит всему монашеству, дает соблазн людям думать о монашествующих несоответствующих. Ну и вредит внутреннему действительно миру всех, кто принял постриг и носит имя монаха. Простите. Машка Сергеевна хочет сказать. Даже в рясе. Да, в монашеских одеждах. А так, конечно, нужно, ну, как бы, исповедничество должно быть и должны носить монашеские одежды. Нигде. Только в неполной одежде, например, не обязательно в клобуке ходить. Мы же только на службу ходим в клобуке, в купечках и в рясах. А так, конечно, по увеселительным только что читалось, там отец Дионисий зачитывал, что увеселительные мероприятия не присущи монахам. Ну ж, если только по каким-то особым показаниям. Машка, простите, принципиально, не даже не увеселительные, а принципиально одежда, ношение одежды мирской монаху в общественных местах или вот ношение... Пусть да, подрясника, скуфеечки, какой-то походной формы одежды. Ну, у меня, например, нет мирской одежды. Я должна всегда в подряснике быть и в рясе. А можно спросить, а вот в Московской епархии, говорят, какое-то благословение в связи с, с участившимися нападениями на духовенство в целом, тоже ходить, по-моему, в светской одежде, или я ошибаюсь? А вы знаете, может быть, это вот момент с одеждой, пускай каждый игумен своего монастыря решает, кому как и где в чем спать, куда в чем есть и бегать, и ходить. Ходить ли на эти увеселительные мероприятия. Иначе в положении, в этом документе мы можем такую вещь написать, которая неприемлема вообще всей русской церкви будет, может быть. Простите, нам, мне кажется, нужно в этом документе написать основные положения. У нас же есть еще устав внутренний каждого монастыря. Пускай там каждый игумен прописывает, где, в какой одежде он будет ходить. Зачем это на общецерковном уровне выносить? А это не прерогатива какого-то монастыря. Ношение монашеской одежды – это монастыря всех монахов, всех монастырей. Всех монастырей русской православной. Ну вот смотрите, например, какой-нибудь Покровский монастырь благословляет своим инокиням ходить только в клобуке везде. У них клобук особого вида. Например, какой-нибудь другой монастырь, у него там только в полурясе ходит. Третий только в подрясник. Четвертый там, может быть, еще в чем-то. Так вы подчеркнули, не праздничный, не богослужебный вид. А походный, скуфеечка, подрясничек, да. Простой, минимум. Который, или да, мирская вот или мирская одежда, костюмчик, не увеселительное заведение, а выход в общественное место, в городе, в селе, в учреждении. Ну, а зачем этот момент в этом документе прописан? Я хочу добавить, что есть в греческой и кипрской церквах, в церквах православного Востока, в общественных местах, обязательно ношение, не обязательно полный, но священник должен появляться в духовных одеждах, то есть в подряснике. Ношение светской одежды заявляется в таких случаях, докладывается правящему архиерею, и он принимает меры. Это считается каноническим проступком. Не просто монаха, даже священнослужителя мирского. Если он появляется без подрясника в общественных местах. Я понимаю, мы не обсуждаем сейчас белое духовенство, там особый случай, но в плане монашествующих это, мне кажется, нужно, так сказать, иметь общее церковное мнение по этому вопросу. Да, да, отец Антипов вот уточняет, он временное запрещение в священнослужении за ношение монахами мирских одежд. В Константинопольской все в пиджаках ходят. Ничего. Владыка. Вы знаете, еще нужно... А Владыка Афанасий хочет что-то, да? Στη δική μας παράδοση, όχι μόνο ποτέ δεν βγάζουμε τα ράσα μας, αλλά κοιμούμαστε με τα ράσα. Είναι αδιανόητο για ένα μοναχό ή μια μοναχή να κοιμάται με τις πιτζάμες. Φοράμε το ράσο μας, τη ζώνη μας, το σκούφο μας, το κομποσχήνι μας, το σχήμα μας. Έτσι κοιμόμαστε.
и никогда не снимая ни монашеских поясов, ни в монастыре скуфеек или глобуков, ни подрясников перьев. Και στο Άγιον Όρος τόσα χρόνια έτσι μάθαμε. Δεν είδα κανένα μόναχο να κοιμάται χωρίς το ζωστικό του, χωρίς τη ζώνη του, χωρίς το σκούφο του. Δεν είδα σε όλο το χρόνο ένα ράδο, чтобы μονάχ спал. Ни в каком-то головном уборе, может быть, там небольшой шапочке, без шапочки, без пояса монашеского и без подрясника. Άρα δεν τίθεται θέμα να βγάλει ποτέ το σχήμα του. Но это не идет речь о том, чтобы он никогда там не снимал. Όταν ο Γέροντας Παΐσιος πήγε στην Τουρκία, τότε που ήταν πολύ αυστηρά τα πράγματα, έβαλε ένα παλτό από πάνω του, αλλά από κάτω είχε το ράσο του, το σχήμα του, όλα, δεν έβγαλε τίποτα. Но под пальто был и подрясник, был параман, был пояс монашеский, но ты еще не снимал. Εκτός αν υπάρχει διωγμός της πόλης, αλλά στο μοναχισμό είναι αδιανόητο. Σε εμάς, ούτε έγκαμος ιερέας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς το σχήμα. Но у нас, даже женатый священник, просто приходской священник, не может выйти в общественное место без священника, без подрясника, как минимум. Ну, я прошу прощения, вот сейчас Владыка рассказывал о старце Паисии. Но, вот, наверное, все вот матушки-игумени, кто постарше, помнят в советское время благочестивое духовенство. Даже в сорокаградусную жару это было обычное. Значит, подрясник, он может быть подверт, но плащ обязательно. То есть жара, батюшка идет, обливается потом, но он обязательно в плаще. Это было просто, как вы знаете, такой лакмусовая бумажка на благочестие. Моно на простерсу все саип агюз лемесу. Позвольте добавить тому, что сказал Владыка. Αν για κάποιο λόγο εμείς στο Άγιον Όρος βγάλουμε το ζωστικό, έχουμε μια ακόμα αμαρτία να εξομολογηθούμε. Και ο Γέρο Παΐσιος έλεγε χαρακτηριστικά, αν έχει φρικτή ζέστη ακόμη, χρησιμοποιούσε την έκφραση «στουπί να γίνεις, το ζωστικό να μην το βγάλεις». Στουπί... Σφογγάρι. Προηγουμένο σφογγάρι. Στουπί είναι και να μην πολλές χρειαστές, που έχουμε σε μεταλλαβεί. Но своего подрядника не снимает. Και στην Κωνσταντινούπολη που ελέγχθη, υπάρχει νόμος της τουρκικής κυβέρνησης, μόνο οι αρχηγοί των διαφόρων θρησκειών αφορούν ενδυμασία, και μας κάνει εντύπωση μερικές φορές, πηγαίνοντας εκεί, που οι επίσκοποι όταν έρχονται με το κουστούμι δεν δίνουν ούτε το χέρι τους να το φιλήσουμε, μέχρι ότου πάνε στον κατάλληλο χώρο και βάρουν το ράσο τους. Τότε δίνουν το χέρι τους. Потому что в Турции существует закон, по которому только глава религиозной конфессии может носить соответствующее облачение. И поэтому на нас всегда производится впечатление, что священнослужители или епископы, которые вынуждены подчиняться этому закону носить светское платье, они при этом нам даже не дают благословения, не дают приложиться к руке. И только когда они находятся внутри храма и одевают рясу подрясник, тогда они позволяют получить от них благословение. Да, вот говорить. Да, ну нужно обязательно это принять, и поэтому почему? Потому что это дисциплинирует, а дисциплина нам нужна как никому. И поэтому даже и в келье нужно в обязательном порядке носить подрясник. И о светском одежде вообще речь нечего вести. Для этого он приходит в монастырь. Он монахом всегда бывает и в постели, и в келье, и за пределами ее.